Мужик! Стой! Стой! Стой, мужик! Ты чё вообще? Мужик, ты чё? Ты чё, ты обалдел, что ли? Ты чё делаешь? Мужик, выручай. У меня дядька в сортир провалился. Ну, так а чё ты мне под колёса-то бросаешь? Иди вон и вытаскивай его! Да я не могу, он тяжёлый. Я тоже не могу. Ну. Не могу. Да не, я на юбилей еду. К дружбану своему. Ну что ты не видишь сам, что ли? Ну как я пойду там это? Ну, звони спасателям и все. Да я уже звонил. Ну. Они как узнали, что он в этом самом тонет. Ну. Они сказали, что это не их профиль. Вот. Если тонет, мол, это в общество спасения на водах. О, ну так позвони вас вот. Так я позвонил. Ну. Они как узнали, в чем он тонет, сказали, что это тоже не их профиль. Вот, мол, это водоканал. Вот. А что, вот. А водоканал говорит, что он вообще спасением не занимается. Ну, мужик, выручай, а. Ладно, придется помочь. Вот, спасибо. Ну. Давай, куда там? Где, горел? Куда? Сейчас, дядя Вась, сейчас. Потерпи немножко. Ну, сейчас, я тебе говорю, человек пришел, ну. Ну, давай. Эй, ты что делаешь? Что делаю? Ты что делаешь, а? Помогаю. Отошел. Вот. А теперь звони пожарным. Это точно их профиль. Да ты куда? Ты что наделал? Не надо благодарности. Дядя Вася! Люди! Там дядя Вася тонет и горит. Ныряй, дядя Вася!